не процессом, также часто используют и рекомендуют использовать цикл PDCA, или по-другому его называют цикл Деминга. Он состоит из четырех этапов. Это этап планирования. На этом этапе мы планируем, разрабатываем цели, проектируем, что мы будем делать. Следующий этап – это выполнение, то есть то, что мы запроектировали, запланировали, нужно как-то выполнить. Следующий этап – это контроль, то есть мы должны собрать все показатели, провести измерения, и на следующем этапе мы должны их проанализировать и выполнить какие-то корректирующие действия над нашим процессом, если есть какие-то несоответствия, и проводить мероприятия по его улучшению, то есть либо по сокращению затрат, либо по улучшению результативности выполнения самого процесса. То есть и цикл начинается заново. То есть процесс, управление процессом – это циклический процесс, постоянно улучшающий. В принципе, как советуют и все стандарты. То есть он не должен раз разработан и стоять на месте, его нужно постоянно улучшать, проводить его анализ.